Вопрос, Алексей Алексеевич. Алексей пожалуйста. Алексеевич Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москва». Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый. Я вернулся бы к теме политических убийств, тем более сегодня на Украине еще одно, к сожалению, политическое убийство журналиста. Я вернулся бы, во-первых, к теме расследования убийства Бориса Немцова. Вы его действительно знали хорошо, но знаете, что вызывает удивление, да, и сомнение? Когда следователи не могут допросить свидетелей, когда свидетель скрывается на территории России в одном из субъектов Федерации, майор, и следователи не могут допросить, и вызывает сомнение, а почему? Что государство у нас утратило всю силу? Когда убивают человека в 200 метрах от вашей резиденции, это что, вызов вам? Это что за наглое, беспардонное убийство? Стреляют в спину безоружному человеку, который идет с девушкой, а потом добивают двумя выстрелами, когда он пытается подняться. И следователи сейчас топчутся, они действительно взяли исполнителей, но не могут найти даже организаторов. И, наконец, следующее, Владимир Владимирович, туда на место убийства приходят люди и кладут цветы. Да, их может быть немного, сотни тысяч людей. Они кладут цветы, они ставят российские флаги. Они хотят там сделать мемориальную табличку «Здесь был убит политик Борис Немцов», как Улов Пальмы, вы знаете, вот там есть на месте. Нет, нельзя. Это мусор, цветы в мешки. Российские флаги в мешки, иконы в мешки, здесь будет чисто, город-сад. И, видимо, без вашего мнения по этому вопросу, если оно есть, конечно, это дело не сдвинуть ни с какой точки. Я хотел бы, чтобы вы выразили отношение, тем более, что вы Бориса хорошо знали и отзывались. И второе, что я хотел сказать. Вы знаете, вы, конечно, питерский, Владимир Владимирович, а я московский. Но знаете, что в Москве нет улицы Владимира Высоцкого? 35 лет прошло со дня смерти. В Москве нет улицы, ничего нельзя сделать. Но московский закон позволяет, чтобы президент внес представление, и тогда московское правительство может, скажем, улицу Марксистскую, которая ведет к театру на Таганке, да, назвать именем Владимира Высоцкого. Может быть, когда-нибудь и мост Немцова будет переименован в этой истории. Я хотел бы, чтобы вы высказались по этому поводу. Спасибо. Что касается убийства, я уже дал этому характеристику. Мне кажется, повторяться здесь бессмысленно. Теперь по поводу цветов, памятных табличек и названий улиц. Вы знаете, что это прерогатива местных, региональных властей, в данном случае московских властей. Существует закон, согласно которому памятные таблички могут быть, значит, на место гибели человека установлены через 10 лет после смерти. Но в конечном итоге, повторяю еще раз, московские власти могут и должны принять соответствующее решение. Что касается цветов, знаков внимания другого рода, я вообще не понимаю, с чем связаны ограничения. И я их не приветствую. Наоборот, я считаю, что ничего здесь страшного нет. Что такого, если люди приходят, там икону положили или цветы? Если это никому не мешает, я не вижу здесь никаких проблем. И обязательно поговорю с мэром на этот счет, чтобы никаких препятствий не чинили. А теперь по поводу улицы имени Высоцкого. Для меня тоже странно, я никогда на это не обращал внимания, но, безусловно, Владимир Семенович всем своим творчеством, конечно, заслужил того, чтобы увековечили его имя, память о нем, в том числе и присвоив одну из улиц Москвы. Тоже поговорю на этот счет с мэром. Владимир Владимирович, ну вы же понимаете, что я готовился к этой встрече, изучил московский закон. Так в московском законе прямо указано, что президент Российской Федерации, это вы, имеет право войти с таким предложением в соответствии с законом, и тогда решение будет принято довольно быстро. Я прошу вас войти с таким предложением. Да. Я не против и, может быть, и использую свое право, но не все права, которые у меня есть, нужно сразу же использовать. Есть и другие инструменты. Можно поговорить с мэром, и он использует его собственные права. Мы решим этот проблем. Спасибо. Давайте возьмем...